Вандалізм на кладовищах має давню історію. Проблема не втратила актуальності і в наші дні. На балансі комунального підприємства Миколаївської міської ради «Ритуальна служба» 13 цвинтарів. Усі вони потерпають від дій вандалів. Основні зараз вандали – це, во-первых, представители неформальных эзотерических течений, которые проводят на кладбищах по ночам свои какие-то обряды и ритуалы. И асоциальный элемент, который может просто в пьяном кураже свалить надгробную плиту, оставить после себя мусор какой-то и прочее. Еще я упустил одну волну, наверное, не вандалов, а опять-таки расхитителей и гробниц, которые снимали элементы с металлом, то есть эмалированные таблички с ликами усопших сняты все, и они сданы на металл. Найбільш постраждалим від усіх проявів вандалізму є Миколаївський некрополь. Цей цвинтар представляє велику історичну цінність. Тут дуже багато могил відомих миколаївців, священнослужителей, культурных работников города, бывших мэров города. Здесь очень красивые надгробия, очень красивые памятники. За каждым памятником буквально кроется история. Причем всегда история интересная и связанная с архитектурой памятника, связанная с личностью, которая похоронена. Кладбище, естественно, представляет исторический интерес. Даже по земельному кодексу кладбища отнесены к историко-культурным землям. Мета большинства цвинтарных вандалов – пограбування могил. Голых людей никогда не хоронили. Это люди, которые были погребены в одежде, у них были зубные коронки, у них были какие-то кольца. Извините, даже самого простого извозчика, и то хоронили с простеньким крестиком. Много лет я говорила о том, что зря вы роетесь, тут ничего нет. Уже прошло столько лет, надо говорить так, как есть. Насчет наград не знаю, с наградами не хоронили, это нет такой традиции. Оставлялось в семье, но все остальное имеет цену. Несколько лет тому назад погоны, эполеты, пуговицы, околыши, фуражек, все, что можно продать, включая, я скажу еще раз, зубные коронки. То есть ничем не брезгуют, даже детскими игрушками. Особливо приваблює грабіжників так званий адміральський сектор Миколаївського некрополю. Тут похоронені люди з великим соціальним статусом. Грабителі теж не безграмотні люди, не треба представляти їх собі, як кажуть, бомжи грабять. Бомжи не грабять. Бомжи тут просто живуть уже на ограблених склепах і в самих склепах. Грабять грамотні люди, вони вміють читати. Якщо написано «надворний советник», то, мабуть, у нього були зубні коронки або обручальне кольцо на пальці. Під час зйомок нам показали зовсім свіжий підкоп до одного із склепів часів Першої світової війни. Біда вже навіть не в тому, що сам факт осквернення – це моральний питання, який нині у нас найострий. А діло все в тому, що в таке отверстие починає скаплюватися, заходить вода, сніг, осадки, осипається земля, і пам'ятник практично вже обречен на, скажімо так, скоре уничтожение. Он будет сначала наклоняться, потом будет проваливаться, потом он провалится в склеп. Под нами глубина где-то около 2 метров. Это среднестатистический склеп начала 20 века. Вот этот весь сектор, который перед вашими глазами, подвергся вандализму не один раз. Крім особистих речей померлих, об'єктом полювання злодіїв є металеві конструкції на могилах. Металлические памятники представляли особый интерес, так же, как и эмалированные градки и портреты. Поэтому на этом кладбище вытаскивали и металлические памятники одно время тащили, в портреты вытаскивали, вытаскивали оцинкованные таблички с датами рождения, время смерти. То есть тащили все, что можно. Ввиду того, что кладбище не охраняется, проходов на кладбище много со стороны Ингульской, со стороны Херсонского шоссе, по улице Степовой. Частично разрушена ограда дальше по улице Гречишникова. То есть вход на кладбище свободен, в любое время суток можно сюда зайти, можно поживиться металлом, чем, собственно говоря, неблагополучные граждане и пользуются. Питання охорони Миколаївського некрополю досі не вирішено. Здесь охраны нету, потому что на это кладбище не выделяются средства на охрану, на тендер, который проводит наше предприятие с ЖКХ. Поэтому это кладбище неохраняемое. Единственное, что сюда приезжают патрульно-постовая служба, которая периодически сюда заезжает по просьбе нашего руководства, чтобы как-то оградить от вандализма это кладбище. Мы этот вопрос будем поднимать, и это кладбище должно быть охраняемое. Это так оно и есть. Так по-другому здесь его не сберечь.
На міському цвинтарі біля села Мішково-Погорілове охорона є, але проблема металевих злодіїв актуальна і там. Люди різної ступені соціальної обустроєності приходять на кладбище і вирують оградки. В глибині секторів, там, де не ожидається свіжих захоронень, там, де це скрито від людського глазу. К сожалению, это процесс постоянный. Ну, у нас и с охраной на Мешковке состояние получше будет. То есть у нас сейчас есть охрана как минимум на двух въездах. И мы сейчас проводим работы. Я заказал охранные будки, шлагбаумы мы уже поставили. То есть еще два въезда будут перекрыты. Еще два человека сядут на своих местах. И это улучшит контроль. И мы будем его наращивать. Попитом користуються не лише металеві огорожі, а й меморіальні таблички. Якщо щезає табличка, щезає ім'я чоловіка, і тоді наступає от те, що ми називаємо забвінням. Все, що потрібно, все, що можна зробити, я неоднократно звернулася до нашої молоді, яка вроді б ініціативна, і говорю, давайте зробимо воїнський некрополь Ніколаєва. Пусть це буде простий справочник, пусть він буде не украшений красивими фотографіями, але там будуть імена людей. За цю зиму кілька десятків табличок було знято, значить ми потеряли кілька десятків імен. І восполнити їх навряд ли вдасться. Бізнес викрадачів металу на кладовищах є успішним лише за умови наявності точок збуту. У Миколаєві з цим проблем не існує. Без попустительства пункту прийомки металу цього б не було, тому що нікуди здавати і не за чим воровати. Вот. В цьому плані ми вже попросили допомоги у правоохоронних органів. Вот. Вони проведуть надлежащу їм роботу. До правоохоронних органів я звертався неодноразово, до міського голови, до органів влад місцевого самоврядування. Я знаю, що є величезна кількість результатів. Принаймні, за результатами першого півріччя, якщо говорити про відповідь начальника МВС України Миколаївської області, можна сказати, що понад 100 фактів нелегального існування пунктів прийому брухту пройшли відповідну перевірку, по окремим з ним є відкриті адміністративні правопорушення. В окремих випадках затримані люди, які мають відношення до вандалізму на цвинтарі. Не залишаються осторонь і громадські активісти. Власть должна все-таки смотреть, что делается в городе. Я просто не поверю о том, что они не знают. Та же прокуратура, те же МВД, что по всем, если взять по каждому району, то в каждом районе 20-30, может быть, точек этих пунктов приема металлолома. Писали заявления, мы в СМИ бросали. Вот сейчас ждем результата по той, хотя бы сейчас одну добить, вот эту точку, которая крупная, которая возле завода БТР. Вообще завод БТР у нас является стратегическим объектом, да, и стоит пункт приема металлолома. Там же вынимаются запчасти с завода, все это сдается, все это рядышком. Хотя 50 метров у нас, если это воинская часть, если это стратегический объект, 50 метров это считается от забора, это является как он там, воинская часть, и как бы ничего рядом не должно стоять. Все-таки это стратегический объект. А у нас все это стоит, и власть бездействует. Если взять опыт Винницы, там хотя бы металлисты не принимают, начиная от люков, мусорных баков, оградок и всего прочего. Я считаю, эта проблема должна решаться на законодательном уровне. Ну и куда смотрят наши власти, это вопрос в первую очередь к ним. На інтернаціональному кладовищі є свої проблеми. Впритул до огорожі цвинтаря розташувався майданчик для продажу автомобілів. Это ограждение коммерческой структуры перед кладбищем. Меня, как бывшего депутата городского совета, этот вопрос волновал. А как же возле кладбища депутаты могли согласовать размещение? Как все это знают, весь город, что для площадка для продажи автомобилей. У нас есть, скажем так, есть такие данные, нам небезразличные люди сказали, что это все-таки там делалось и попустительство со стороны автостоянки, которая была заинтересована, чтобы это кладбище приходило в такой вид, в котором бы уже потом не могло существовать, и его бы закрыли бы, как и закрыли предыдущую часть кладбища, на котором расположен зоопарк. То есть либо это переносилось бы, захоронения либо переносились, либо это было каким-то образом закрыто и вообще ліквідировано кладбище. Активісти намагаються вирішити це питання. Ми сьогодні займаємося, вже практично підготовили наполовину іск о розторженні договору оренди
этого земельного участка, также признанием отвода земельного участка незаконным, потому что там не соблюдено множество норм, которые все-таки являются нарушениями, которые были при отводе. Сегодня, даже если взять один из пунктов, это сегодня санитарно-защитная зона. Сегодня санитарно-защитная зона по некоторым кладбищам является до 100 метров. В этом случае она является порядка 50 метров. То есть земельный участок отведен вровень со стенкой кладбища. То есть разрывов вообще нету. Это одно из самых грубых таких нарушений, которое приведет все-таки к тому, что этот договор будет расторгнут и решение сесії будет отменено. Для більшості миколаївських цвинтарів актуальна проблема вандалізму релігійно-культового характеру. Приходять сатаністи і вже підбирають останки, використовують їх в ритуалах, чаші продають, пілять. І ви знаєте, розкопають та в розльот. Якщо б не було спросу, вони б це не робили. Я з ними, кажеться, контакт багато років маю, тому як мене-то одну чого ж бояться, да? Особливо, якщо я без телевізіонщиків. Показывали, и сатанинский комплекс мы все время отсняли, он у меня помещен в обоих изданиях книжки. Пиленные под чаши черепа, под карандашницы используют, под светильники. Ну просто дома держать, каждому свое, понимаете. Один цветы дома разводит, другой черепа с кладбища. Это кладбище наше стало притоном, рассадником в центре города. Тут наркомания, тут сатанисты, тут люди, которые проводят всевозможные обряды. Как-то так получается, возобновились какие-то секты, это или как их назвать, я не знаю, народы, которые проводят тут разные ритуалы. Я повторю фразу, которую уже сказала, сегодня они режут собак и кошек, неизвестно, какой крови им захочется дальше. Ну, реакции особенной пока нет. А чья реакция должна быть? Ну, наверное, есть городская власть. В доме главный хозяин или хозяйка. В городе, наверное, тоже есть люди, которые отвечают за наш порядок в нашем большом-большом доме. Милиция, которая тут есть, патрульная служба, я частенько вижу их. Но они находятся в центральной части в дневное время. Я простила неоднократно. И давайте я вам покажу, пойдемте, там сейчас ограды снимают. У нас по плану. Ну, я ж не могу вмешиваться в работу милиции. Я вам скажу так, що ніде в світі подібної ситуації, як принаймні у нас, в Україні немає. Сюди цвинтар – це територія без охорони, без додаткового освітлення, без зайвих інвестицій і коштів. Кожна людина прекрасно розуміє, що не можна робити того, що заборонено, що може навести на себе величезний гріх і біду. Тетяна Губська впевнена, що єдиним шляхом збереження миколаївського некрополю є створення заповідної зони на його території. Кому пред'явити претензію? Ви знаєте, наверное, на даний момент нікому, поки нет заповідника. Я не зря уже третий десяток лет повторяю это слово как магическое заклинание. Пока нет заповедника, мы не можем гарантировать сохранность ни одной могилы. Возле каждого памятника никто не поставит охранника или милиционера. Это действительно так. А вокруг идут выходы, санкционированные и стихийные. Через эти выходы вывозятся ограды, вывозятся памятники, заходят лихие люди, которые выносят все, что не могут вынести. Вот такая пока неутешительная картина. Заповедник сможет, я думаю, процентов на 90. Почему не полностью? Ну, потому что всякие бывают обстоятельства, да? Но, по крайней мере, памятники будут переписаны. И в данной ситуации, придя сюда и увидя, например, такое вот бесчинство, я пишу в прокуратуру заявление, или родственник, вы пришли, а могила вашего прадеда вскрыта. А так, в принципе, получается, а кто его знает, когда его вскрыли, а был ли тут памятник? А чим ви можете доказати, що пам'ятник був? А була ли тут ограда? Що стосується інших кладовищ Миколаєва, частковим вирішенням проблеми може стати реєстрація на могильних споруд. Граждане, которые устанавливают новые памятники, оградки, они могут обратиться к смотрителю для регистрации этих сооружений. Значит, если на могильная споруда, на могильное сооружение будет зарегистрировано в книге по регистрации, значит, администрация кладбища несет за нее ответственность, в том числе и материальную. И в случае разрушения на могильной споруды граждане могут обратиться для компенсации. Для регистрации сооружения в книге на могильных споруд необходимо предоставить документы, которые подтверждают приобретение, в котором указывается цена, в котором указывается изготовитель этого памятника. Его реквизиты нужно указать, предоставить документы, там, свидетельство о смерти. И книга, и на могильный памятник поставится на учет. В случае разрушения
есть возможность провести компенсацию стоимости этого сооружения. Поки адміністрація кладовищ, влада, правоохоронні органи, активісти шукають шляхи подолання вандалізму, всім бажаючим поживитись на могилах варто пам'ятати – за все у житті доведеться відповідати. Інколи це може статись раніше, ніж ми сподівались. Недавно був зовсім випіючий случай, коли гражданин, пытаясь оторвати калітку у оградки на той же мішковці, прийняв зрядну долю алкоголя, упал, ударился, вроде как ударился головой о бетон и умер на месте. Это было просто ужасно, когда мы приехали на место, тоже вызвали милицию. И вот человек, лежащий, умерший из-за того, что вот он выпил, из-за того, что он крал на кладбище, это было вообще ужасно.